Всем добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз связана тоже фотоаппаратом Nikon. Пришла клетка, но клетка не для Nikon, потому что для Nikon вы не найдете клеточку. А клетка для Panasonic GH3 и 4 версии. Только нашлось на Panasonic. Причем тут выбор был дополнением, а конкретно пришла не сама клетка, а вместе с дополнительной ручкой. Почему взял дополнительную ручку? Чуть позже покажу и расскажу. Да, сразу же хочу сказать, при покупке и поиске клетки для камеры Nikon я только смог найти аналог у Panasonic GH3 4 версии. Но сразу же хочу сказать, что там есть один такой недостаток, с которым я готов мириться. Или, в частности, в большинстве случаев съемки этот недостаток не будет проявляться, потому что я в основном буду использовать сетевым переходником вместо аккумулятора, использовать от электрической сети. Поэтому это будет не столь существенный недостаток. Но я уже часть его раскрыл, но чуть позже покажу и расскажу. Что из себя представляет посылка из двух частей? По ссылочках пришла первая посылка, это непосредственно ручка дополнительная. Здесь, как всегда, выкладывают письмишко о том, что им нужно 5 звезд поставить, так они хорошие и молодцы. А фирма, производящая данную клетку, называется, сейчас правильно все скажу, BGN Inc. То есть BGN Inc. В случае чего, вот можно посмотреть название ролика, и вы там увидите, что за фирма делает данные клеточки. Возвращайте часть денег за покупки в AliExpress с кэшбэк-сервисом Letyshops. Это реальные деньги, которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона. Будьте в тренде. Покупайте с кэшбэком от Letyshops. Ссылка в описании. Внутри находится вот такая вот стандартная ручка. С креплением сразу же поставляется. Стандартная резьба 1/4 для фотокамеры. Да, сразу же хочу сказать, горячий башмак из-за толщины здесь не поместится ручка, чтобы вам использовать в горячем башмаке как ручку. Дополнительно для стабилизации горячий башмак не поместится. Это первая часть распаковки, самая быстрая. И вторая часть, непосредственно сама клетка. То есть вот пришла в такой упаковке. Стандартная уже упаковка. И внутри находятся, соответственно, детальки для того, чтобы собрать вашу клетку. Есть тоже как горячий башмак для того, чтобы устанавливать дополнительное оборудование. И такое же вот крепление для ручки. И еще разные элементы для того, чтобы закреплять непосредственно провода и тому подобное, которые отходят непосредственно от камеры. Плюс дополнительные винты 1/4 для крепления самой камеры и дополнительных устройств. Дальше ремешок ручной на руку на клетке. Следующее мы видим. Здесь у нас пришла вторая ручка. Та же самая, такая же. Ничего. Но абсолютно одинаковые. Да, помимо 1/4, тут еще есть и резьбы для того, чтобы закреплять дополнительное оборудование. Ну, плюс еще горячий башмак тоже. Ну, вернее, не горячий, а он здесь холодный. Чтобы закреплять какое-то оборудование дополнительно. Дальше. Здесь у нас две боковинки. Верхняя часть. Тут, чтобы закреплять непосредственно ручку. И нижняя часть. Вот в таком виде пришло. Все в комплекте, в сборе. Здесь продемонстрировал. Сейчас давайте мы соберем конструкцию и посмотрим, как клеточка выглядит в собранном виде. Ну а в последующем мы еще примерим эту клетку на камеру. Сейчас мы собираем.
давайте посмотрим, как будет снимать камера, когда у нас две ручки будет вместе. Специально поставлю 50 миллиметров, чтобы не широкий угол, где тряска менее заметна, а вот именно меньший угол при 50 миллиметрах, тем самым тряска от рук будет заметна. Итак, смотрим. Второй вариант съемки непосредственно с одной ручкой, когда у вас на клетке стоит именно одна ручка, которая поставляется непосредственно с клеткой. И посмотрим, как сейчас выглядит съемка данного объекта. И третий вариант съемки. Давайте сейчас посмотрим, как у нас будет снимать камера без клетки. Конечно, это все будет лучше видно, когда вы будете непосредственно еще помимо того, что руками снимать, еще и ходить.
Итак, я вам продемонстрировал клеточку, которая предназначена для Panasonic GH 3-4. Как видим, у нас есть один отрицательный момент в том, что из-за нижней части у нас не открывается отсек аккумулятора. Чтобы оперативно быстро поменять, приходится откручивать камеру, освобождать и тем самым открывать отсек аккумулятора. Но если вы применяете сетевое подключение через электрическую розетку, то данный момент у вас исчезает. Нет. Я продемонстрировал, как эта клетка сидит непосредственно на камере Nikon, причем я примерял и на D3100, и вот на этой версии D5600 все помещается и сидит нормально, с исключением одного момента. Итак, каждый делает свой осознанный выбор, я продемонстрировал вам возможности данной клетки, а уже непосредственно покупать или не покупать, каждый решает сам. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.